Только стоит мне закончить строить стены, но хотя бы в оборону восстановил более-менее так. Так. Кто ко мне вообще пришел? Тиранис. Ой, какая милота. Здравствуйте. Очень рад познакомиться. Ой-о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 й
там. Вера не вылетит, надеюсь, или вылетит. Сейчас проверим. Сейчас они там разосрутся сначала пусть. Ой, что будет? А, кстати говоря, может они между собой смахнутся, тогда мне будет проще. Ну, кстати, пока сильно не лагает. Пока. Долбаная жесть. Кстати, они могут Ой-о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 й. Ну хотя бы нету супер этих, как там его. Что значит гуляет? Они нападать не будут? Идет. Ребят, это как бы не мое, ну да ладно. Кто тут начинает стрелять, простите? У меня появилась идейка. Идейка-то неплохая. Так, ты у нас копаешь, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блин, маленький радиус. Что-нибудь поближе есть? Так, строитель. Позвоночник, у тебя движение плюс 30, да? Ухо, рука. Нет, мне кто-нибудь побыстрее нужен. Глаз, ухо, позвоночник, нога. Подойдешь. Так. Давайте-ка я попробую сейчас активировать кораблик. Поливаник Райфл на сколько бьет вообще? Кстати говоря, ерунда. Так, снайперская винтовка. У меня есть хоть какая-нибудь? Это не подойдет слишком долго. Ручной миниган. Возможно, эта хрень подойдет. Сплит-винтовка. Погоди-ка. А сплит-винтовка какая дальность? 32. Перезарядка 240. 4 выстрела. Урон 11. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Давай-ка заберем ее. Сейчас посмотрим, куда эти ребятки пойдут. Это, как говорится, я уже на паузе сделаю. И если все будет хорошо,
Возможно, я смогу их стравить друг с другом. Еще с этим пси-кораблем. Правда, успею вообще до него, в принципе, добежать. Ладно, попробуем, попробуем. Так, чисто для развлечения активировал пси-импульс на животных. И, как выяснилось, эти козлы умеют стрелять. А это меня не радует. Ну ладно, плеваться. Меня вот эти вот немножко напрягают. Трое. А почему все не нападаете? Блин, меня тут как бы не забомбили нахрен. На Лину. Ладно, надеюсь, прокатит. Так, они что, какое-то токсичное отравление там дают, что ли? Шрам, шрам, шрам. Да, не кисло, не кисло, они тут. Здесь они друг друга нехило косят, я вам скажу. Они, походу, начали друг с другом махаться. Честно говоря, не очень понятно, что они там вытворяют. Но что вот эти вот вытворяют, это и так понятно. Моды вроде разные. А ну-ка мои тролльки как дракошку обычного завалят. Это ерунда все. Че, успокоился? Нет. Это козел. Так, он же сейчас подожгет, да? Я надеюсь, ребята, вы успели выспаться.
Танкует жопой. Мелкая скотина. Так, эти идут в бой или как? Да, с красными драконами вряд ли я бы справился. Это я уже честно могу сказать. Так, здесь у них что? Катавасия продолжается. Да я в курсе, что она отравлена. Я не стал вызывать этих механоидов. Лучше оставлю их на более такой серьезный случай. А, вот эти вот плеваки, да? Так, урон 4, выстрелов 3. Да, это и есть эти плеваки. Так, вы закончили всех убивать? Угу. Значит, свою идею лучше не реализовывать. Туши, пожалуйста, огонь. Торгаш, ты что, тушить не можешь? Нет, по идее, должен. Молодец. Теперь стоять и гордиться до пенсии. Чем, правда, не знаю пока что. Отдых, конечно, у доктора на минусе. Ну да ладно. Блин, там еще... Ну хотя ладно, я их тут быстро уработаю. Не нравится мне, что они плюются. Это очень-очень проблемой может стать большой. И ею станет, да? Та-та-та-ра-та-та-та. Чё ждать, чё ожидать? А, так тут еще и дождик пошел, чуть не обратил внимания. А сколько вы, простите, драконов? 30 штук? Ни хрена себе. Ну слушай, может они тут и положат хорошо. Народу-то. Почему какие-то роботы работают? Мне кто-нибудь это объяснит?
Ладно, хрен с ним, пусть работают. Я уж не знаю, что им говорить. Куда их послать, куда их посылать? Ну его нафиг. Так, здесь три дракошки. Тут 30. Ну посмотрим, посмотрим. Лучше бы, блин, красных драконов здесь. Тоже они ДПС сильно-то. Смотрю, ни хренач. Стоят, думают что-то. Ну тут даже можно не считать, здесь это звездец. Если эти две толпы встретятся, у меня еще будет шанс. А вот чую, жопы по очереди пойдут атаковать. Не, они очень мощные. Эти твари слишком мощные. О, молодцы, по своим гасите, ребят, так держать. Что-то я смотрю, они не очень как-то хотят гасить по своим. Они вообще, в принципе, стреляют, хотел бы я знать. Они здесь стали. О, поперлись уже. Первые кандидаты уже пошли. Сейчас точно бой будет на выживание. Блин. Главное, чтобы они хоть стены не пинали. Я ни одежду не успеваю отремкать, я ничего не успеваю сделать. Только восстановить турельки и поставить, блин, хоть что-то. Все. Это предел. Надо, наверное, организовать толстую каменную крышу вообще по всему периметру обороны. Потому что вот насчет этих тварей я как-то это не учел. Ну как, я учел частично. Толстая каменная крыша у меня вот здесь вот. На основных точках обороны две клетки вперед. Думаю, наверное, надо сделать побольше. Но все равно меня хотя бы это защищает. И как-то.
Да насрать. Я смотрю, умирают все, кроме тех, кого надо, да? Кто бы сомневался. Они их не смогут убить, это нереально. Эх, бедные дракошки. Сражаются до последнего. Ну, их 26 еще осталось. Ты, наверное, не так повреждены, что это просто звездец, да? Хрен его знает, фиг его знает. Задерживает относительно неплохо. Не успел освещение поставить. Хотел сюда воткнуть пару лампочек. Не успел. Сейчас главное, чтобы не было никакой солнечной вспышки. Это будет звездец тогда фееричный. Понятно, все, растение погибает. Это химический корабль, значит. Здесь у меня что? Надо что-то, надо уничтожать химический корабль. Ход дела. Ну да, давайте у меня здесь еще бои устроить. А, у меня здесь крыши нету. Блин. Или есть? Кстати, я вот думаю, может активировать обелиски? По энергии, по идее, я должен потянуть. Давай-ка их активирую реально. Так. Доктор, тебе партийное задание. Иди. Выполняй. Потому что у тебя сплит-винтовка, от нее толку много нет. Блин, а все по тридцатке долбят построение. Это нехорошо. Так, убивая этого, ты, не знаю, вот этого вот добей. Придется, скорее всего, не крить, это просто зесть. Что, как эти хрени убивать, я что-то плохо представляю. Надеюсь, обелиски хоть помогут. Вариантов как-то у меня нету больше.
Ну, урон против щитов здесь смешной, да. Все не активируется. Ну блин, хрен его поймешь. Ну давай попробуем повоевать, что из этого выйдет, конечно, очень интересно. Что-то чую, ничего хорошего с этого не будет. Угу. Кто б сомневался. Это, простите, что такое было? А, турельку взорвали, понял. Да, чувство мясорубка здесь будет знатное. Порядке все. Опаньки. Одно освещение на минус. Отлично, ребята. Отлично. Вот, возможно, благодаря них только я и смогу выжить. Эти пока гасятся с драконами, да? Дракончики, держитесь. Мне самому тут удержаться. Не, ну я-то удержусь. Как там по аккумуляторам-то? Одна ядерная электростанция, у меня идет один маяк. Как видите, я построил только их 4 штуки. Хотя здесь должно быть их... я не помню, всего 24, насколько я помню, считал. Мне нужно их. То есть у меня их 8. Еще, значит, где-то 16 штук я должен был расположить. Надо посмотреть по план-схеме. Ну да. У меня здесь есть план-схема, друзья. Смешно, смешно. А мне вот что-то ни хрена не смешно. От такого безумия, которое здесь творится. Я надеюсь, они еще и не друзья друг с другом. Ну, слушай, нормально держится. Иди-ка сюда. Почему-то они к одной стороне прилипли, хоть ты не знаю. Хоть стой, хоть падай.
По идее, вы достаете? Ну ладно, они частично достают. Кого там жаришь, друг мой чудесный? Хоть попадаешь-то в него? Ой, господи, какие эти обелиски косые, это просто жесть. Погоди-ка, это он сплит-винтовка, так что ли, хреначит? Нормально. Где кто? Вот, блин, уродцы. А, здесь я крышу не доделал, блин. Лашара. Лашара. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Ну ладно, хоть какую-то часть главное загасить. Но как их всех одолевать, я что-то хреново представляю. Хрена они тут. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, масса, количество кожи. Понятно, с них даже кожу нормальную не взять. Вот, блин. Что-то с турелями надо думать посерьезней. Надо гораздо серьезней турельки ставить. Бам-б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 ам. Я вот не помню, какие здесь турельки посерьезнее. Ладно, надо будет смотреть. Вроде какие-то были такие хорошенькие. Но я не ожидал, что эти будут бесполезны. И хоть компонентов на восстановление-то хватит. Ну, блин, должно хватить.
Надеюсь. Тринадцать драконов осталось, но они продолжают биться. А, 18. Ну и я продолжаю сражаться, только непонятно с чем. Че, кто-то еще живой, что ли, остался? Ну-ка. Да уж. Ну, здесь они почти ничего не сделали. Что все пока в порядке. Погоди-ка. Ну да, здесь все нормально. Да когда же вы убьете этих кретинов-то? Что, реально справиться, что ли, не можете? С несколькими тараканами? Там их пару сотен, блин, идет. Что, убили хоть кого-то? Да ладно. А, он стоит. Стоит красавчик. Так, слушай.
Давай-ка переходим мы срочно вот сюда. Что-то мне это не нравится нифига. Они ни с чем справиться не могут. Значит, все верно, реально не могут справиться. Да уж, от турелей толку не так-то и много. Это немножко обидно. Походу они закончили с закуской, да? И эти тоже. Надеюсь, друзья, будет весело. Но вот насколько это фатально будет для моей колонии, это, блин, еще вопрос тот. Вопрос довольно интересный, да? Хотел бы я на него ответ знать. Надеюсь, они друг друга хорошо покоцают. Потому что по-другому мне звездец. Маленький пушистый такой. Забыл за серебро подобрать. Пришлось, кстати, мне торгаша опять модернизировать. Но выбора не было. Ладно, может, дождусь хотя бы рассвета.